Your turn to pick. King am I of all the wraiths. Ну что, погнали те? К бою готов? Герои у них. Если мы проиграем, я расстроюсь. Я разочаруюсь. Посмотрите на пик врагов. 5 хуевых героев. А как это можно проиграть? Я не знаю как, но... Раста, you Africa? Your king moves of his own accord. The battle begins. Dark light! You've never known war unless you fought with a wraith. What are you afraid of? Ну, блять, если просто АФК не был там где-то в жопе, я уже был в БХ. Prostrate yourself. Да, духа я чьоним, кот я лагал. As you advise. Со мной спавал.
Itit kad ni plakao, drugima me dao. Što s tobom borim, ali nije mi žao. Plakao, hero. Этого крипа пропущу, его нереально добить под вышкой там. Я умру только. Да, как же я его не добил. Но хоть экспу за него получил. Почти ман, но не мог подойти ближе, он бы коги сделал. By my decree. Так вард блак и бердыхева надо. Стал у нас раста АФК просто. Где-то. Вне игры. Клок даже не пытается ману выжигать так хорошо. Не шарит. Он только что опять мог выжечь ману, но этого не сделал. Почему? Не знаю. Как купить? Я не могу до сих пор купить. Не знаю, пропустил крипа, потому что не покупалось. Мне кажется, раз-то полный долбоёб. Что он делал в лесу, когда у него первый левел и 0 XP? А что тогда делал в лесу? Бля, чё я не застанил? Почему не подходит? А, ясно. Деньги! Попеч, ты чемпион помойки 2. А был ли ты чемпионом помойки 1? Ну да. Конечно был. Только я в данную секунду не чемпион помойки 2. Пока что я на дне. Временно. А может и не временно, посмотрим. Надо реабилитироваться после клока ебаного. Он руну забирай будет внизу или нет? Я хочу получить 5 левел, потом сам кинуть. Он мне даст? Мы ведем 3-0. Попахивает пока изичами. Ну у них все герои, все 5 героев говно ебаное. Они вообще не могут играть в доту с такими героями. Я не знаю. Это реально должно быть сложно проиграть. Но я его накоцал. Что раз-то делать, я не знаю. У меня второй левел, он ничего в этой игре не делает пока что. Ну хотя у него один ассист, ладно. Но anyway, меня раз-то не радует.
Клок вроде уебан. Идет на мид. Пухем. На, пушить вышку. Если что-то поделать. Ясно, да, он увидел. Пишет знак вопроса, но... Он слишком долбоёб, он пикнул свой раз, но ничего не делает, он не умеет играть. Ты смотри там с Растой поосторожнее, он дурак, не доверяй ему. Прицапнись, два спорта, 8 минута. Я хз. Radiant structures are fortified. By any measure. Your top tower is under attack. You are in my presence. Ибо нехуй, Клок. Пойми. Чем раз то пикнул раз, то и фейд, я не знаю. Он только ошибается, он вообще не играет. Бегу. У меня ТП уже нету. Что они делают? Почему они фидят? Зачем они это делают? Лоу! Если они тут заберут соло. А то есть не соло, а пойдет, он только заберет меня. Надо его покопаться. Ебаный вард имбалансный. Вард он что-то плохо. Лучше отсюда уйти, меня тут заберут. Я вообще один. Он на фул фри фарме там. Плохо. Нехорошо, у нас слишком долбоёбы. Джаггер будет таких ебать. В принципе, с задашкой можно зайти к нему. А чё? Дофармить армлет. You are in my
demonstrate yourself. На, ТП и армлет, если еще в драку. Бля, если мы эту игру въебем, это пиздец. Ну раз, конечно, очень хуёвый. Джаггер здесь рефармит, никто ничего не делает. Не укрыть их сюда. Я здесь сдохну просто, когда ко мне придут. Там кто-то сзади заходит. Я иду. Успею хоть на кого-то. Хотя бы на ассист успел. То есть ты типа, не зря. Да почему тут драка? Я никуда не могу успеть, это нереально. Вышку забрал Фри. Your top tower has fallen. А так тяжело, у меня надо даггер в этой игре, ебаная, я ничего не могу сделать. Блять, ну просто нафидел. Я не успел никуда, я бегаю по карте, ничего не могу сделать. Если бы был бы не раз, то любой нормальный саппорт, было бы в 100 раз проще. Но раз это типа супер хуйня. Но я не могу успеть файт, это невозможно, блять. Не заканчивается постоянно, я только ТП проебываю. Это нереал. Лол. Как не успеть куда-то в какой-нибудь файт? Забей, я не знаю, как мне играть в эту игру сейчас. Я не могу никуда на карте попасть вовремя. Я просто бегаю как даун. Да нахуй не паузу ставят. Ёбище ебаные. У меня очень тяжелая ситуация с 0-0-0. Прям грустно. Ну ебаный раз-то, нах ты его пикал. Саппорты проигрывают игру, как обычно. Так, по КД. Именно саппорты проигрывают игру в говно. Они нас будут растягивать всю игру вот так. Очень идиоты саппорты, очень идиот раз-то, игру в соло сливают. Почему везде все умирают? Я не понимаю. Где, как играть? Нас со всех сторон уничтожают. Здесь драгер просто всю игру соло, а тут пока да челики дохнут. Я что-то не понимаю, как играть тогда в игру, если вот так вот все происходит.
Ну как говорю, блять, все. Ну, блядь, сделайте кто-нибудь что-нибудь, ничего не происходит, мы не можем ни один файт выиграть. Все дауны фейлят только. Это ж пиздец. Одни фейлы от всех. И у него есть вертушка. ОФК. Почему у него есть вертушка, я не в курсе. Так нельзя играть, очень слабая команда. Очень, очень лоу-скильная команда, прям нереальный лоу-скилл. Я не могу ничего вообще сделать, команда ничего не создает. Никакого вообще... Они только фейлят и фейлят и фейлят и фейлят и фейлят. Я не могу вообще ни один бой начать нормально. Нету позиции никогда. Ни одного фрага нету, блять. Как фраг получить в этой игре? 11-13, у меня 0 фрагов, как их получить? Ничего не происходит постоянно, только фиды. Напали на Ксина, сразу не получилось, а все раз-то, блядь, что-то опять не так сделал. ТП нету, потому что курицы нету. Как дефать низ? Что опять? Что делается? Вы сейчас сдохнете все, там же Джаггер, ну блядь. Чем так играть? СТП нету у него, да? 2 на 4, окей. Нет, это, мы проиграли 5 худшим героям вообще. 5 хуевых героев пикнуто. Мы еще не можем сделать, потому что команда по скиллу вообще на дне океана. Забей. Не, враги намного сильнее по скиллу, это забей. Низший уровень игры. Прям вообще. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Ужасный пик. Раста игру въебал в соло. 1-6-2 и ничего не делает. Your bottom tower has fallen. Джаггера больше фарма, чем у меня, я не смогу его победить. Когда у него поддержка. Я просто не понимаю, почему вы такие долбоебы за меня. Ну опять он умер, блядь. Просто пошел в соло, умер опять. Он постоянно так играет. Так нельзя играть. Он рунит всю игру. Так, просто, ну, нельзя играть. Не получается играть. Он только рунит. Так, Джаггера шанс забирает, наверное, соло. Нет. Он там сверху. Ну, блядь, у него слишком оверфарм уже. Я хочу делать. Что мне вообще собирать в этой игре? Что мне поможет? Что мне делать? Я не понимаю, что мне делать вообще. У меня 0-0-1, я не могу ни в один файт зайти. Просто ничего не происходит, только фит. Да тут уже вроде все. Раста слишком хуесос у нас. Я не могу ни одного фрага получить, это забей. Я от игры ничего не получаю.
Я не знаю, не помощь. Я не могу играть. Эта игра закончена, раз ты хуесос слил игру в соло. Ничего нельзя сделать. Телепорт. Пять хуёвых героев, но просто, нас просто порвали по всей карте, это забей. Чел просто пикнул хуйню, 1-7-3. И пассивный саппорт Дазл, еще одна хуйня. Два пассивных саппорта ничего не могут сделать. Невозможно играть, у нас нет никакой базы. Верки деньги! Просто никакой базы нет. Вы долбоебы, я видел это видео полностью. Я не знаю, что собирать. Жалко, кричал, я бегаю по всей карте. Сидит и юзлесс. Я не могу никуда попасть, я бегаю как даун. Где помощь? ГГ мы проебали. Мышка не нажимается, герой не выделяется, скилл не применяется, ДПС не наносится. Почему не наносится ДПС? Он что, даун? Мы проебали. Точка циркумфлекс. Roshan has fallen to the deity. Race! Your king is here! Your bottom tower is under attack. Это нельзя выиграть. Игра зарунена была. Я не могу ни в один файт войти, ничего вообще не могу сделать всю игру. Максимальный геймрунинг от команды. Забей. Просто убивает соло. Не убил, лол. Я ж кину ему стан, блядь, сделайте что-нибудь. Да, блядь, где вся команда? Что все происходит, блядь? Подохни, тварь! Как он не умирает? Я не могу, у меня монолик по КД. Я не могу двигаться, герой, сори, не работает. Нахуй, блядь! Нет, это не выиграть там. Я вам 100%, к сожалению. Два пассивных саппорта, я просто не могу участвовать в игре. Два пассивных хуесоса пикнуто. Если пикнули нормальных героев, Баратрум, Виверна, Дистраптор, Undying, что угодно, это фривин против таких трэш-героев, но они два пассивных хуесоса пикнули, и они лоу-скиллы. В этом проблема. То есть... лоу-скильность и два пассивных хуесоса героя. Мне БКБ еще надо, но... мне БКБ тоже надо. Потому что я стою на месте и не дерусь. Потому что я под моноликом. Плохая идея к нему идти. Я бы его не успел убить. Ну мы играть тоже не можем, у нас хуесосы лоу-скильные в команде, мы уже проиграли давно. Ну так игра уже закончена, какая разница, мы не можем пушить, мы не можем фармить, мы ничего не можем. Игра уже закончена по факту, минут 5 назад. Тут все. Раста слишком лоу-скильный хуесос, ничего не сделать. На груз слил соло. Он не может играть в доту, ну, посмотри на него, что он делает. Посмотри на его смерти.
Ясно, двоих один. Your top tower is under attack. As you advise. Keep your thoughts to yourself. You on skill trash. Game is not playable. Game is not playable. You on skill trash. Two passive supports on defeat. Not playable. Can't play. Sorry. Can't play. You ruined game. You are in my Your presence. Bottom tower is Mood. Under attack. Bye bye. Your king moves of his own accord. Your bottom tower is under attack. Ну нельзя играть, два хуйца пассивных. Ну ничего не делать всю игру. Только фит. Бесконечный фит. Я не знаю как играть, я всю игру бегаю по карте, ничего не могу сделать. Два пассивных дауна пикнуто. На линии тоже ничего не сделали. Раста бегал 3 минуты в лесу, потом у него смотрю, у него первый уровень и 30 опыта. То есть как это понять? Это нормально? Это норм вообще? Линк айба тут короче. Забейте, гайз, такое не выигрывается. По скиллу команды небо и земля. Я не могу подойти, у меня БКБ нету, ну, блядь. Да, был БКБ, не был бы вообще, короче, неважно. У меня слишком мало фарма, чтобы играть с ними уже. Это неинтересно. Слишком разный скилл команд. Просто неинтересно. Это типичная игра с БК мусором против нормальных игроков. Ну, не было вообще никаких процентов это выиграть. Скилл слишком разный, то есть, блядь, это 2К трэш, а там игроки на свой ПТС. Вообще неиграбельная игра, я ничего не могу сделать всю игру. Нет вообще ситуации, где можно подраться. То есть, вообще нету ситуации на карте, только фит. Бесконечный фит. Просто игра закончена. Ладно, короче, ясно. Вообще забей. Таким героем проигрывать просто. Фривин пик. Ну, все герои хуйня. У нас Раста, Дазл, ну вообще тотальный хуйсос. Они пикают пассивную хуйню и ничего не делают. Только фит. Если бы их в начале игры башили, но нет, сори, они на всех стадиях сосали. Да я вообще ничего не могу делать, у меня монолит пока да это забей. У меня фарма нету играть. Типа в нормальной игре я просто блинкаюсь на котла и убиваю его, и все. А в этой игре я так не могу сделать. Сори. В этой игре это не работает. Your middle tower is under attack. So what if I swagger? War is torn. We are in agreement. Понимаете, те, кто пикают дазлов, вот. Челик просто хочет, чтобы он нажимал хил и грейв, и мы выиграли игру, но он долбоёб.
Monster kill. The enemy's bottom tower has fallen. Your king moves of his own accord. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your ancient is under attack. Dire structures are fortified. Никаких шансов не было. Ни малейших шансов не было. Ноль. Он очень low skill, это нереально. Ну... Я ничего не мог сделать, вообще ничего. Я всю игру пытался что-то сделать, невозможно, не создается ситуации, чтобы что-либо сделать. У нас три героя есть. Феникс, я и Инвокер. Все остальные ничего не делают. Они вообще ничего не делают. Вообще ничего не происходит. Раста 3 минуты был в лесу. 3 минуты. У него 1.13.7. Короче, он был 3 минуты в лесу. Я смотрю на его экспу. У него 30 опыта и золота не прибавилось. То есть, смотрите, что делал Раста 3 минуты в лесу. Стаки делал? Он что, долбоёб? Кому он делал стаки в этой игре? Что вообще происходит? Почему вот это вот за меня, вот на наши саппорты? А теперь смотрите на котла. У него тоже 0.5, но при этом он был супер полезен. Это как вообще понять? То есть... 9.3 БХ, короче. Клока не загнобили. Да, была моя одна ошибка, то что я не кинул у него стан. Но думаете, мы бы выиграли, если бы я кинул клока стан, когда дазл был ДД? Мы бы не выиграли все равно. Как видно. Этот раз-то слишком хуесос. Типа, если два лоу-скильных челика играют на пассивных героях, это финиш. Шансов выиграть нету, потому что если два лоу-скилла на пассивах играют, то получается 3 на 5 игра. А в худшем случае 3 на 7, если они фидят. Ну, go next. Я не собираюсь минус моралиться и плакать. Я буду next, мне похуй. Эту игру было, блядь, невозможно выиграть. Никак ничего не сделать. Раста сразу дал понять, что он тупой хуесос. Когда возле нас БХ бегал, он не подошел с центрями и достами. Вот. Возле нас БХ бегает, он не подходит с центрями и достами. Он просто стоит сзади. Леди-деньки! Он дебил. Дебил. Попеч, привет. Я Вика Ред. Я хочу сегодня с тобой погулять по улице. Хватит играть в эти компьютерные игры. Давай займемся любовью. Я буду твоим соперником, и ты будешь меня ебать. Обнем с тобой ребенка по фанчику. А Дефрель такой пидор. Меня аж ломает нахуй. Блять.